точно понравилось. Тут целая улица посвящена кошкам, а ты же их любишь. Также говорят, что если к ним подойти, погладить их и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Что бы мне такого загадать? Придумал. Загадаю, чтобы мне купили еще одного котенка. Желаю, чтобы мне купили еще одного котенка. Сквер сибирских кошек в Тюмени не просто набор скульптур. Это место увековечивает память о подвиге пушистых спасительниц. В 41 году, во время Великой Отечественной войны, в блокадном Ленинграде почти не осталось кошек. Атаковали крысы. После прорыва блокады по стране объявили кошачью мобилизацию. Зимой 44 года милиция начала сбор кошек в Тюмени. По железной дороге в Ленинград из Сибири вывезли около 5000 животных. Там, в городе на Неве, кошки истребляли грызунов, спасали припасы, спасали Эрмитаж. В память о них в Тюмени разбили сквер. Здесь теперь живут 12 чугунных кошек, покрытых золотистой краской. Ой, соловей! Ой, соловей! Ой, соловей! Да, вы, пожалуйста, то же самое. Научить можно многому, если ребята настроены на это, а они были настроены. Трудность определенно заключается в том, что они разные. Кто-то больше танцует латиноамериканскую программу, кто-то европейскую. Стараюсь просто найти какой-то контакт с ребятами. Одни участники факела учатся у именитых хореографов и вокалистов, другие репетируют свои выступления для первого конкурсного дня. Сейчас атмосфера в зале накалена до предела, поэтому некоторых участников лучше не трогать совсем. Но мы все-таки попробуем. Про ваши головные уборы, что вы с ними будете делать? Это секрет, да. Поделитесь чуть-чуть завесу тайны, приоткройте нам. У нас очень интересный номер, мы танцуем в стиле вестерн, мы ковбои, так что ждите конкурсного дня, все покажем. А что общего у Тюмени и Томска, как думаете? Погода. И Газпром. Наверное, это все-таки богатая история. Богатая история, что у Тюмени, что у Томска. Почти ровесники. Почти ровесники. Разница в 30 лет, если я не ошибаюсь. Мама, на факеле началось все самое интересное. Сцену захватили самые маленькие участники в возрасте от 5 до 10 лет. Я к ним. Как ты думаешь, что такое махонька? Ну, не знаю, это, наверное, что-то маленькое. От слова махонький, махонька, да? Так думаешь? А я думаю, это имя Маши так переделали. Маша, Маха, Махонька. Как ты думаешь, можно Машу Махонькой называть? Ну, мне кажется, нет, ведь это как-то грубо звучит. Ну, давай поспорим? Давайте. Оператор нас разобьет. А, вот так, да? Ну что, запыхались? Да. Сложно, да. Очень сложно. Сцена большая. А еще не забыли там выйти, что не слышали слухование. Да, они очень сильно хлопали, мы не успели выйти. Ой, какие вы эмоциональные. Ну как вас зал-то принял? Меня Дима Бардинюк. А зал как принял? Большой. А что такое махонька? Это жена. Это что-то имя девочки. Что-то наподобие девушки.
Ну что, Артём, я победила? Говорят, Махонька-то это что-то наподобие девушки. Ну да, здесь ты угадала. Но я уверен, что ты не знаешь, кто такие миньоны. Мультик какой-то. Угу. Кстати, здесь можно с ними познакомиться вживую. Да, ну веди тогда. Вперед! Нам так хлопали, у меня сама улыбка появилась на лице. А кого из жюри больше всего всех боитесь? Гарика. Мы никого не боимся. Гарик, возьми нас в шоу танцы! Кого главными своими соперниками считаете? Лапушек. Вы лапушки, да? Да. Представляете, мне ваши соперники признали, что вас боятся. Как вот вы вроде бы лапушки и людей так запугали? Потому что у нас вот очень строгий настрой, и мы долго этот танец репетировали. Вот наш руководитель пошел на мастер-класс, и там жюри сказали, что самое главное – это улыбаться и громко петь. И танцевать. Ну, улыбаться и громко петь, нам так сказали. И что такое Ухта? Город. А почему он так называется? Потому что там север. Ой, не север. Ну да, там снег. А название такое интересное. Ухта, как ухты прям, да? Да. Тут даже есть поговорка. В нашем сердце навсегда пусть останется ухта. Ухты! Ухта! Средняя возрастная категория 11-16 лет. О, так я же туда попадаю. Интересно, что же покажут мои сверстники? Мы приехали сюда, чтобы раскрыться, попробовать что-то новое, узнать себя с другой стороны. Нас даже тренер поблагодарил. А обычно не благодарит? Ну, бывает такое, ругает. То есть у вас такой серьезный тренер? Да. А можете ему привет передать? Алена Евгеньевна, привет! Дорогой жюри, хочу, чтобы вы судили правильно и честно. А можете признаться в любви фестивалю на татарском языке? Да. Факел без сизни яратавас. Давайте все вместе. Без сизни яратавас, наверное, надо сказать. Раз, два. Факел без сизни яратавас. Мама, вот таким был первый конкурсный день фестиваля. Какой будет второй, ты обязательно узнаешь. Об этом, конечно же, расскажу я. Также все видеодневники ты сможешь посмотреть на сайтах «Газпром Факел» или «Регион Тюмень». Пока-пока!